Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя заканчивается. Впереди долгожданные летние выходные. Как провести их весело, насыщенно и интересно, расскажу прямо сейчас. Если в этом году вы еще не успели побывать в обновленном Ширяево, то на этих выходных есть отличный повод исправить это. Фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня» возвращается к нам после двухлетнего перерыва. Запах вишневых пирогов, народные мотивы и, конечно же, отличное настроение – вот что ждет вас уже в эту субботу. Масштабный праздник на правом берегу Волги пройдет 13 августа. Программа обещает быть насыщенной. Конкурсы, народные песни, танцы, хороводы, различные мастер-классы, кулинарные поединки и вкуснейшие вишневые пироги. Блесните своим кулинарным мастерством или просто приезжайте веселиться. Самый сладкий фестиваль этого лета стартует в 11:00. Не пропустите! До открытия театрального сезона осталось меньше месяца. Уже скоро мы вновь сможем наслаждаться бессмертным искусством на сценах любимых театров. Но уже сейчас Самарский академический театр оперы и балета не дает нам заскучать и приглашает на цифровую фотовыставку «Шостакович. Опера-балет в фотографиях». Свыше 200 снимков любимых спектаклей из репертуара театра можно увидеть на экранах мультимедийного комплекса на склоне Площади Славы. Театралы могут полюбоваться фотографиями спектаклей, по которым соскучились за летний перерыв. А для тех, кто еще ни разу не был в оперном театре, фотовыставка станет прекрасной возможностью для первого знакомства с самой популярной достопримечательностью региона. А в Центральной городской детской библиотеке на аэродромной 16 запланирована семейная вечеринка «Левшей на свете очень много». Почему кто-то из нас начинает писать левой рукой, как это влияет на наше развитие и какие черты характера отличаются у правшей и левшей? Помимо интересной познавательной программы вас ждет мастер-класс и игры. Приглашаются взрослые и дети от 6 лет. 13 августа, 12:00. Требуется предварительная запись. Ну а если вам по душе размеренный отдых, то предлагаю вам посмотреть хороший фильм в музее Эльдара Рязанова. Тем более, что на этих выходных показывают всеми любимые картины «Зигзаг удачи» и «Служебный роман». Знакомые с детства герои, культовые цитаты, всеми любимые артисты ждут вас. Начало кинопоказов в 7 вечера. На этом у меня все. Всего вам самого доброго. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Увидимся на следующей неделе.